Из более чем 20 пар, приславших на конкурс, посвященный Дню семьи, любви и верности, свои фотографии именно Коростылёвы завоевали сердца читателей газеты «Видновские вести». Александр, Ксения и их 8-месячный сын Миша набрали наибольшее число голосов. Мы местные СМИ, а местное СМИ, оно ценно чем? Тем, что оно показывает тех людей, которые живут рядом с нами, да, которые рядом с нами, которых мы можем видеть каждый день, с которыми мы знакомы. Мне кажется, это наша фишка, это то, что всем интересно. И мы хотели показать, какие прекрасные, дружные, позитивные семьи живут. Но мне было очень приятно то, что нас поддерживали незнакомые люди, особенно в комментариях, вот, то есть писали. На самом деле это, ну, как-то на душе прям становилось прям... Прям. Да, приятно, поэтому... что про нас пишут, ну, незнакомые люди, что мы красивая семья и что за нас болеют. Каждый день смотрели, я каждые 5 минут обновляла, вот так вот сидела эту ленту, сколько там у нас голосов. Вот, ну, это было, конечно, очень нервно. Молодые люди вместе 2 года познакомились на работе. Оба трудятся в одной из известных сетей ресторанов быстрого питания. А еще Александр и Ксения – волонтеры. Помогать другим часто отправляются вместе с сыном Мишей. Первым волонтерством это было 10 тысяч шагов. Это мы начали как раз зимой, то есть вместе вот с маленьким. Он еще лежал в коляске. Да, приезжали вот. С коляской. И вот, наверное, с ним... Предпоследнее или последнее волонтерство было, вот, сажали деревья, то есть он уже у нас был на ручках. И в детском парке центральном мы тоже были. Коростылёвы обожают путешествовать, а также ведут активный и здоровый образ жизни. Параллельно успевают еще и учиться. Ксения в финансовом университете на менеджера по связям с общественностью. Александр посещает курсы IT-программирования. На вопрос о секрете своего семейного счастья пара отвечает практически не задумываясь. У нас в семье всегда царит взаимопонимание. Мы стараемся понимать друг друга именно, почему вот... Я рада, что я нашла своего мужа, потому что он в любой ситуации, несмотря ни на что, всегда старается понимать меня, несмотря на наши какие-то ссоры, неурядицы. Он всегда старается поставить себя на мое место. Терпение. Терпение, вот. Ну и, как уже, да, сказал Ксения, это понимание, то есть понимать своего партнера, вот, понимать, ну, вообще всю свою семью вообще и ставить их на первое место. Вот. И, ну, для меня вообще семья – это... Тоже поддержка. Александр и Ксения мечтают реализоваться в профессиональном плане, а еще родить дочку и со временем переехать из своей однушки в Купеленке в более просторное жилье. Ну а газета «Видновские вести» собирается подобные конкурсы проводить и впредь. Так что следите за анонсами, и, возможно, именно вам повезет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».